Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос несколько такой, как мне показалось, специфический, вот, в смысле того, что человек затрагивает вроде бы профессиональную карьерную сферу, да, но в то же время демонстрирует определенные, как мне кажется, психологические трудности. Вот. Мне 35 лет, холост, сейчас проживаю в поселке, значит, я, ну, не буду говорить где, да, а хочу переехать, соответственно, в Россию, да, вот, именно в Москву или Подмосковье. Вот, почему это локация, потому что там, по моей профессии, платят гораздо лучше. Опыт работы в этой профессии 2005 года. Сказали, выучу программирование и работаю удаленно без переезда. Но я сам думаю себе, зачем мне поднимать с нуля абсолютно новую профессию, в которой самая первая ступень квалификации зарабатывает до 30 тысяч рублей, когда в ремонте компьютера в Москве удается поднимать до 150. Тем более наш поселок принадлежит комбинату, а комбинат доживет свой век уже через 3 года. А уехать в любом случае придется. Мне еще говорят, почему именно Москва, можно просто уехать в другое место от поселка и жить и работать там. Но я посмотрел вакансии насчет ремонта компьютера. Вакансии несколько, зарплата 50 тысяч, а квартиры стоят так же, как в Москве, ну, в Московской области. Вот я думаю насчет всего этого, правильно ли я сделал свой выбор вместо локации Москва по устройству будущей жизни и работы. Я думаю, что никто вам не ответит на этот вопрос, вот, потому что совершенно неизвестно, как сложится ситуация, вот, совершенно неизвестно, как будут развиваться события, вот, в том числе и в мире, вот, поэтому, на мой взгляд, никто сейчас ничего вам гарантировать не может. Я понимаю, что вы хотите, ну, условно, какой-то гарантии вы хотите, да? Вот, вы хотите какой-то уверенности в том, что вот вы сделали, ну, правильный выбор, да, то есть, вот. Но, как я думаю, что это невозможно, вот. Я думаю, абсолютно невозможно быть уверенным в, ну, вот, в своих решениях, вот, абсолютно невозможно быть уверенным в, значит, в своих выборах, вот. Просто потому, что все может очень быстро повернуться по-новому. Вот. Вы демонстрируете, на мой взгляд, некую неуверенность, да? То есть вы как бы с одной стороны, ну, показывайте, что у вас есть довольно четкие, получается, ориентиры, да, вот, и вроде бы, ну, довольно четко вроде бы вы показываете, чего вам хочется, да, то есть вы говорите о том, что вот новая профессия вам не интересна, и это нормально, вот, хотели бы вы заниматься, ну, тем, чем привыкли заниматься, и, в общем-то, не хотите, получается, сейчас
пробовать ваше что-то новое. Да вот. Ну, опять же, это абсолютно нормально. Да вот. Абсолютно нормально, на мой взгляд. Вот, только почему-то вы как будто бы хотите одобрения. Как будто бы вы хотите одобрения своему, ну, своим, своим решением, вот, своему решению, как будто бы. И вот это, на мой взгляд, несколько, ну, несколько, ну, проблематично. То есть это представляет, на мой взгляд, проблему, потому что получается, что у вас как будто бы идет внутреннее противоречие. Вот. То есть, ну вот, как будто бы внутреннее противоречие у вас имеет место быть. И если это противоречие присутствует, да, вот, то вам, конечно же, нужно работать именно с ним. Вот. Ну, в противоречии с этим, вот, потому что именно оно мешает вам, ну, принять решение, да, вот. Именно оно мешает вам действовать так, как вам, ну, хочется, по сути, вот, на мой взгляд. Поэтому попробуйте посмотреть на эту ситуацию немножечко глубже. Вот. Именно глубже попробуйте посмотреть на эту ситуацию. Вот. Попробуйте увидеть, значит, как вы в ней, ну вот, в этой ситуации, да, оказались. Вот. На мой взгляд, случайного ничего не бывает. Вот. И если вы оказались вот в такой ситуации для себя, вот, ну, скажем так, вот, непростой, то очевидно, что какие-то основания для этого есть. Вот. Например, ну, требования к себе, да, какие-то. Вот. И так далее. Поэтому сначала, на мой взгляд, нужно разрешить те противоречия, которые у вас есть. Вот. А уже после, да, я думаю, что вы сами, в общем-то, довольно легко могли бы принять решение, вот, о том, что вам делать и, значит, ну, в каком направлении двигаться. Потому что
Сейчас, да, вот ваш вопрос, да, он, ну, не совсем, как будто бы, психологом, понимаете? Сейчас ваш вопрос, он больше такой, как-то вот на, ну, на коуче, может быть, да, то есть вот какая-то такая штука. И тут вот есть свои нюансы, поэтому понятно, что вы хотите переехать, да, потому что вас не устраивает то место, где вы живете. И вам, естественно, кажется, что в большом городе, да, ну, больше места, больше возможностей. Вот. Это абсолютно так. Вот. Но я по опыту могу сказать, что если человек действует как-то вот, ну, знаете, не уверенно, да, вот, в себе, вот, то на новом месте, где бы он ни был, в принципе, вот, у него будут определенные трудности. Вот, то есть ваши такие метания, да, вот, они не исчезнут, к сожалению, после того, как вы, например, ну, вот, примете решение, да, и будете, ну, где-то себя, ну, реализовывать. Вот. Вот. Такая штука. Да, вот. Поэтому я думаю, что работать нужно вам в этих направлениях, вот, и, соответственно, в процессе, я думаю, что можно будет узнать и выявить, куда вам на самом деле хочется идти. Вот. На этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что это было полезно. Вот. Я сознательно не отвечал вам на вопрос. Который вы
Писали? Вот. Потому что считаю это не совсем корректным. Вот, надеюсь, что вы относитесь к этому с пониманием. Вот. А самое лучшее, что вы можете сделать сейчас, это выбрать себе психолога, вот, и начать с ним прорабатывать те вещи, которые вас беспокоят. Вот. И я думаю, что результат не заставит себя долго ждать. Вот. Я думаю, что вы увидите ситуацию в своей жизни более ясно, более четко. Вот. И это вам пойдет только на пользу. Вот. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, хорошего. Вот, обращайтесь. Не затягивайте. Вот, хотя три года у вас вроде как есть еще. Вот. До того, закроется комбинат. Но я думаю, что лучше не ждать, да? Вот. Поэтому обращайтесь, будем рады вам помочь. Всего самого хорошего, удачи!